Советского информбюро. В течение 10 мая 1945 года войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений частей Курляндской группы немецких войск. К 8 часам утра 10 мая сдалось в плен 68 578 немецких солдат и унтер-офицеров. Войска 3-го Украинского фронта соединились с английскими войсками западнее австрийского города Град. За 9 и 10 мая войска фронта взяли более 23 тысяч беспорядочно сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров. Немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала Шернера в нарушении акта капитуляции отказались остаться на месте и сложить оружие. Ввиду этого войска 1-го Украинского фронта атаковали войска генерал-фельдмаршала Шернера и, продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии несколько городов.